История с вартовчанкой получила неожиданное продолжение. Напомню, что в Нижневартовске коммунальные службы закрасили популярное в городе граффити. Происшествие вызвало большой резонанс в городе. Инициативная группа оперативно собрала средства и пригласила автора вартовчанки, художника Михаила Дремина, чтобы восстановить композицию. Он должен прибыть в Нижневартовск 25 сентября. Однако в минувшие выходные на временно пустующей стене появилась реплика-фантазия на тему утраченного граффити. Причем неизвестные авторы взяли за основу идею Дремина не повторить работу, а сделать что-то новое. Я вообще в шоке от того, что в таких маленьких городах могут происходить подобное общение художников на больших поверхностях. Невероятно круто, что все-таки в одном месте собрались, ну, такие интересные люди, думающие, и вообще умеющие, делающие что-то. Рекомендовать Михаилу мы, собственно, ничего не будем. Мы ждем от него конкретных решений. Он уже нам сказал, что у него полно таких клевых идей, что он там придумал какие-то эскизы, как это обыграть, вот эту ситуацию. То есть замазывать, я так понимаю, что он не хочет, и мы тоже не хотим, потому что это часть городского искусства, оно должно все как-то соединиться в нечто большее.